Привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами опять я, Алла, и сегодня у нас очередная распаковка. Дорогие мои, я, наверное, третий день подряд вам уже надоела, но хочу в эти три дня распродажи на Алиэкспресс побольше показать товаров, чтобы побольше вы узнали, что можно купить и по каким ценам. И стоит ли ждать распаковки или выгоднее, наверное, все-таки покупать до распродажи. Что ж, давайте приступим. Начнем, мои хорошие, с коробочки. И все вы уже, наверное, догадались, откуда эта коробочка и что это за товар. И опять это у нас Dream Carnaval. На распаковке с Эдуардом эта коробочка у нас завалилась, мы ее не открыли. Ну, покажу это изумительное колечко вам сейчас. Кольцо от Dream. Покупала я его за 3 евро. Не помню, то ли за монетки, то ли с купоном, но сейчас на распродаже это колечко стоит 7 евро. Вот к теме о том, стоит ли покупать на распродаже или лучше до нее и после, я покажу еще на примере одной покупочки. Так, девяточка. Ну вот, знаете, по моему опыту, чуть-чуть колечки Dream маломерят. Кольца с другого магазина на девяточку у меня садятся хорошо. Dream, ну так, с натяжечкой. Ну вот такое великолепное кольцо. Что ж, переходим дальше. Следующая посылочка у нас из магазина Паттайя. Вы многие знаете этот магазин. Магазин качественных изделий. Ну, вот пришел в таком мешочке из органзы черного цвета. Так, и это у нас серьги. Также как-то магазинчик дал купон. И серьги я приобрела, ну, по довольно хорошей цене. Так, сейчас я, наверное, поставлю их в коробочку. Да, девчат, проверила заказик, брала по купону. Эти серьги мне обошлись 1,5 евро. Сейчас они стоят 2 евро 73 цента. Серьги под цвет золота. Посередине белый кубический цирконий в лапках, в крапанах. И имеют английский замочек. Что ж, переходим к следующей покупочке. Так, следующая покупка. Это у нас коробочка с мундштуками. Один мундштук мы уже показывали с Эдуардом. Хотя, повторяюсь, курение вредно для здоровья. И это ошейничек для нашего кота, Котофеича Иннокентия с бубенчиком. Когда будет бегать по территории, будем знать, где его искать. Хотя я не знаю, может, животных раздражает бубенчики. Друзья, любители животных, напишите в комментарии, стоит вешать такой ошейник нашему Котофеичу. Фотографию его поставлю вверху. Так, цена этого ошейника 64 цента, по-моему, был. Дешево, очень хорошенький. И мундштуки вот пришли в такой коробочке. Раскрывать не буду, Эдуард то ли подарить кому-то хотел. Идут две штуки, и продавец пишет, что они очень хорошо очищают дым, но я не знаю, я не очень разбираюсь в этом, задерживают смолы. Цена такой коробочки сейчас 95 центов. Может быть, кому-то актуально. Все ссылочки на все товары, что я сегодня показываю, будут, как всегда, в описании. Так, следующая посылочка у нас. Это опять бижутерия. Бижутерия из магазина Лакаер. Как вы помните, в прошлый раз было украшений побольше, цепочки. Магазин прислал в коробочке. Ну, вот тут два изделия. Посылочка пришла в пакетике. Так, сейчас мы все распакуем. Здесь у нас серьги и колечко. Так, уже разрезала. Ну вот, девчат, такие серьги.
Сейчас на распродаже они дешевле, чем покупала я. Их цена сейчас 1 евро 96 центов, по-моему. Посмотрите, какие великолепные бусины. Имитация под жемчуг. Ну, перламутр замечательный. И крылья ангела. Серьги-гвоздики. Ну, вот такая красота. И колечко. Так, вот такое великолепное колечко. Девочки, циркончик переливается, прелесть. И сбоку колечко покрыто перламутровой эмалью. Ой, ну очень хорошенькое. Цена колечка сейчас 2 евро 60 центов. Великолепное. Вот у меня на руке сейчас тоже лакаер. Прекрасно носится. Все, я эти изделия выбрала для каждодневной носки. Так, вот такое миленькое, аккуратненькое колечко. Качество лично могу гарантировать, ношу не снимая. Ну что ж, переходим к следующей покупочке. Не хочу вас долго задерживать. 3 дня подряд меня слушать, наверное, это очень тягостно. Ну, дорогие мои, я всегда читаю ваши комментарии. Так приятно их читать. Вы такие милые и хорошие у меня. Так, и вот, мои хорошие, это набор кисточек для косметики. В лоте у продавца эти наборы в разных количествах, соответственно, и разные цены. Я выбрала 5 штук, самые мне необходимые. И цена вот этого моего комплекта 1 евро 69 центов. Очень хорошая цена, замечательные кисточки. Девочки, очень рекомендую. Посмотрите, какая прелесть, какой дизайн. Очень хорошенькие. Как для теней, так и нанесения остального макияжа. Советую. Так, идем к следующей покупочке. Здесь у нас опять бижутерия. Девочки, это бюджетный, из самых бюджетных бижутерий. Взяла чисто для показа. Мне как-то пишут, неужели вот... Ну, там иногда бывает в грубой форме. Неужели вы такое носите? Девочки, беру посмотреть, взять, посмотреть, стоит покупать или не стоит. Вот, мои хорошие. Это у нас серьги. Увлекшись товарами от Лакайра, изделия с римскими цифрами, ну, посмотрела, увидела, что более дешевые, намного дешевые варианты продаются в других магазинах, и взяла вот именно, ну, посмотреть на качество, на все. Цена этих серег 76 центов. И вы знаете, вполне приемлемое качество. Возможно, они потемнеют. Возможно, ничего оспаривать не могу. Но посмотрите, качество очень даже хорошее. Гладенько. Серьги, гвоздики. Вставки, кристаллики. Ничего плохого не могу сказать. Для такой цены замечательно. И второе. Взяла вот такой набор. Очень часто я на них натыкалась. Вероятно, девочки, и вы тоже. Взяла из интереса посмотреть, что же он из себя представляет. Цена вот всего этого набора всего лишь 1 евро. Многие, наверное, тоже смотрели, брать, не брать. Сейчас мы с вами определимся, брать или не брать. Так, скажу сразу, уже вижу и скажу сразу, что, ну, дешево. Вероятно, это все скоро потемнеет. Однозначно. Колечки на все пальчики. Так, какое же их тут количество? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, вот с такими фиолетовыми кристалликами. Ну, я думаю, какое-то время поносить их можно. Поносить можно, особенно девочкам, подросткам. Они любят таким развлекаться. Ну, вот такие всякие колечки. Цена всего набора 1 евро. Фотографию, как их носят, поставлю в уголочке. Что ж, переходим к следующей покупочке. Так, и следующая посылочка. Также бюджетная бижутерия. Цена
этих изделий, это у нас серьги, всего лишь 23 цента каждой пары. И сейчас глянем, как выглядят они. Так, ну что ж, девчат, я уже визуально вижу, что изделия очень даже красивые. Посмотрите, за 23 цента серьги с бусинами имитации под жемчуг. Цвет металла под под золото. Вот такой крючочек. Великолепно смотрится. А самое главное, отличное качество. Вот так прикреплена бусина. Мне очень нравится. И вторые серьги. У продавцов в лоте, в каждом лоте разные серьги. Я выбрала, такие. Так, вот так же. Серьги с кристалликами. Так, кристаллики чуть... Ну, тут можно подправить, повернуть, чтобы они ровненько стояли. Очень даже красиво смотрится. Возможно, даже и цирконий. Так, пока не могу понять, но блестят очень здорово. Вот такие сережки, 23 цента. Ну что ж, мои хорошие, переходим к большой посылке. Я уже много вам показывала этого товара, но сейчас получила. Мне обязательно надо посмотреть качество и подтвердить. Поэтому распакуем и посмотрим. Сильно подробно я на них останавливаться не буду. Так, мои хорошие, распаковала. Восторгу нет предела. Смотрю, восхищаюсь и думаю, почему в наше время, когда росли наши дочери, не было такой красоты. Конкретно этого голубого платья нет в наличии. Но, друзья, которое я покажу следующее синее, там в лоте очень большой выбор платьев. Да, ну вот просто посмотрите на эту красоту, не могу не показать. Посмотрите, какие великолепные кружевные бабочки. Какие здесь кружева. На самой юбке, девочки, два слоя сеточки. И что самое важное, третий слой атласный. И что самое важное, к телу ребенка, как юбочная, так и верхняя часть, которая надевается на тело, она хлопчатобумажная. Очень советую вашим деткам, вашим девчатам, вашим принцесскам. Качество изумительное. Изумительно все прошито. Извините, пожалуйста, я в обнимку с камерой. Платье выглядит как на фотографии продавца. Девочки, поставлю наверху. Цена этих платьев сейчас 12 евро 53 цента. Второе синее сейчас покажу, которое есть в наличии, но которое также, что очень важно, внутренняя ткань хлопчатобумажная. Это платье на рост 140, такое же пышное, такое же шикарное, обшитое пайетками. Тут вышитое золотом кружево, бусины пришиты. Ну, восхитительные платья. И также вот подкладочная ткань хлопчатобумажная. К телу ребенка будет очень хорошо. Также имеет несколько слоев. Юбка, два сеточки, атласный слой. И слой хлопчатобумажный, также с сеточкой, которая отглаживается, и юбка становится пышной. Фотографию также вставлю. Так, ну и платьишко, которое я вам уже показывала, которое я покупала. Их сейчас у этого продавца нету в наличии. Но, девчат, я к тем платьям, что есть, поставлю ссылку на сами платья и оставлю ссылку на магазин. Погуляйте, может, у них какие-то... другие интересные модели. Ну, это да, это такой же, как я брала всегда. Вот, рост 140. Платье с бантом. Также несколько
слоев сетки, атласная ткань и подкладочная. Вот в этом более дешевом варианте это платье я брала за 7 евро. Подкладочная ткань синтетическая. Ну что ж, мои хорошие, на этом буду заканчивать видео. Надеюсь, вам оно понравилось. От платьев у меня сейчас полный восторг. Кто на нас еще не подписан, конечно же, подписывайтесь. Пишите комментарии, очень важно. Всегда смотрю их. Ставьте лайки или ставьте дизлайки, они тоже нужны. Дорогие мои, розыгрыш, который был объявлен вчера, мы проведем в следующем видео. Дам вам немножко от себя передышечку. И встретимся, я думаю, уже на новой неделе. Ну что ж, друзья, пока-пока, до новой встречи. Люблю вас всех, целую, счастья, здоровья и всем удачи.